Приехал я за город на большую разборку запчастей. Очень длинный ангар. К бусам отдельно запчасти. И искал, купил вот такое вот стеклышко для буса. Буду его врезать сюда вот в дверь. И оно как раз одинаковое с тем, которое я устанавливал на той стороне. Один человек меня спрашивал там, почему, мол, у тебя здесь расположена вот эта вот перемычка. Мол, типа воздух будет забивать так и попадать. Вот, да, скажу так, что вот на той же стороне я ставил, ничего там не попадает. Стебные отверстия здесь как раз внизу. И маркировка стоит правильно на этом стекле. Вот. И мне надо, чтобы вот именно так открывалась вот с этой стороны эта форточка. Почему? Да потому что просто-напросто здесь вот у меня, видите, как получается. Вот такая вот у меня, пускай небольшая, но обновочка. Немножко двигаюсь я в сторону создания все-таки. Не забываю бусика, хотя есть и другие работы. Что будем делать? Еще один такой момент. Значит, собственно, почему вот такие стекла ставлю? Да просто-напросто из-за бюджета. Потому что поставить караванерские стекла, это, скажу так, не $30 данное стекло. Вот эти же вот стекла я покупал. Прошлое я покупал за $30. Это чуть дороже, $36. Ну, то есть разница чувствуется. Все-таки, конечно, если бюджет позволяет, лучше ставить караванерские стекла. И да, я просто думаю, что у тех людей, у которых позволяет бюджет, они такой фигней не занимаются. Надо сделать разметку, чтобы потом не было мучительно больно. Ну, ориентировочно вот здесь определился с окном. Настало время примерки окна. Примерим. Ну что, разметили нормально. Разметили нормально. Прежде чем клеить, надо края обработать праймером обязательно. И края на металле. И края на самом стекле потом. Заканчиваю установку. Уже видите, потемнело. Достала эта погода. Начал ставить, как налетел ветер. Да еще и с мелким таким дождем. Пришлось накрывать здесь все сверху, чтобы не залило хотя бы то, что установлено. Конечно, работа без гаража — это
очень тяжела. Не знаю, уже стемнело даже, залил все герметом этим, там потом буду подчищать, когда прихватится. Сейчас главное, чтобы оно застыло и хотя бы, чтобы можно было освободить его. Ждать высыхания герметика 6 часов, наверное, на ночь я так вот и оставлю. Конечно, тяжело мне это все делать, потому что не профессионал я в этом вопросе. Но знаете, как вот я же говорил в самом первом видео, еще когда окно оставил с первого. Сунулся в одно место, надувает щеки, как будто я на каком-то, извиняюсь, звездолете приехал. И прошу их там, я не знаю, ядерную ячейку мне какую-то поставить, а не стекло. Просят каких-то несуразных денег. Ну, конечно, им это не интересно. Это такие работы, которые... за которые они не хотят браться. Вот им вырезал стандартное стекло, стандартное поставил и все. Поэтому, ну вот так вот. Все, сейчас подчищаю растворителем, там убираю лишнее и оставляю на ночь так сохнуть. Так стало это стеклышко. Вот так вот оно вписалось. Конечно, хотелось бы, чтобы оно, может быть, вот так вот чуть выше как бы было, но видите, там прямой участок вот здесь вот. И хотя бы хоть можно было как-то его действительно поставить более-менее по прямой. Ну вот, как бы осталось только окультурить там вот остатки клея, со стороны поснимать. Дешевое решение, конечно, дешевое. $30, 30-35, ну плюс клей там 10. В то время, когда караваневское такое стекло стоит 100-150 евро.